Роденські можновладці активно готують місто до святкових новорічних днів. Так, протягом останніх тижнів у Роденському прибираються стихійні звалища, здійснюється планова опиловка дерев та вивіз сміття і гілок. Техніка для виконання цих робіт була надана за підтримки депутата Покровської міськради Сергія Андрійченка. Тому роботи з наведення порядку будуть виконані у повному обсязі. Хочу сказать большое спасибо депутатскому корпусу города Роденска, который активно участвует в жизни города Роденска. Вот и сегодня они нам помогают в уборке стихийных свалок. Большое спасибо сборщику Александру, который нам все время помогает предоставлением техники грузовой. На балансі комунального підприємства «Наше місто» знаходиться 160 контейнерів та 14 контейнерних стоянок. Всі вони повністю очищені від сміття. Необхідно зазначити, що на сьогодні у Роденському найнижчий тариф на вивіз сміття по всій області. Він становить лише 7 гривень 13 копійок на людину за місяць. А підвищення тарифів стримується цілеспрямовано, адже чиновники міста розуміють, що підвищення і без того занадто високої комуналки для населення може стати додатковою матеріальною проблемою. Поднимать оплату за вывоз ТБО, но я думаю, это надо делать только тогда, когда уровень жизни нашего населения станет хоть чуть-чуть больше. Поэтому стараемся всячески, чтобы это не ударило по карману наших жителей, стараемся всячески помогать, а не так, как мы это видели в городе Покровске, что касается ситуации с городоканалом, выделяются колоссальные деньги на приобретение машин для горисполкома, а жителям повышают тариф на воду. Поэтому я считаю, что мы должны максимально поддержать всех наших жителей, максимально помочь нашим городам, чтобы каждый житель не выживал, а жил. Несмотря на погодные условия, в городе Роденское продолжаются работы по уборке города к новогодним праздникам. На данный момент работает машина от коммунального предприятия, которые убирают мусорные баки. А при помощи, при поддержке Сергея Сергеевича Андрейченко, а также политической партии «Наш край», нам были предоставлены еще КАМАЗы в помощь, погрузчики, которые убирают вокруг стоянок, по ходу едут к другой стояночке и забирают мусор, который находится на обочинах, во дворах, для того, чтобы как можно быстрее и лучше убрать весь город. Сегодня, благодаря помощи Сергея Сергеевича, коммунальное предприятие, была дана техника тяжелая, 3 КАМАЗа, погрузчик. Сегодня мы максимально приложим усилия, чтобы за сегодня полностью убрать весь город. У нас, скажем так, у коммунального предприятия есть большая просьба для жителей нашего города, чтобы они хотя бы перед Новым годом не создавали стихийные свалки и выносили мусор в мусорные контейнеры. Продовжується і опилювання дерев. Так, по вулиці Пушкіна протягом дня проводилася ця робота за заявками мешканців. І підрядником відразу здійснювалося прибирання гілок. Очільниця міста Катерина Андрійченко говорить, вчасне прибирання – залог чистоти та порядку у місті. Также Роденским городским советом был заключен договор по санитарной обрезке деревьев. На данный момент также подрядные организации за собой убирают обрезанные ветви. Но у нас сложилась такая ситуация, что также в городе происходила опиловка и со стороны города Покровска. Опиловка была ими произведена, но за собой, к сожалению, как и в прошлый раз, никто ветви не вывез, не убрал, что приводит следствие к стихийным свалкам. Понятно, что бюджета на все у нас не хватает, стихийные свалки. Палки мы вывозим за счет бюджета, и перед Новым годом нам Сергей Сергеевич помог вывести остаток мусора, который находится в нашем городе. Поэтому праздники мы встретим в чистом, цветущем городе. Вже зовсім скоро новорічні свята. І роденські можновладці роблять усе необхідне для того, щоб місто сяяло чистотою та було справді святковим.